Рогов слишком высокого о себе мнения. И вот вышла статья «Попасть в мои обзоры – большая честь», ответил Рогов разгневанной Кудрявцевой, обвинив в отсутствии чувства юмора. Я не буду зачитывать, нафиг мне это надо. Рогов ответил на обиды Кудрявцевой. Из-за критики стиля был уверен, что звезды одеваются, чтобы угорали. Ну, я хочу сказать, что он раскритиковал некоторых артистов. И вот ответила Кудрявцева этому Рогову. Значит, пишет. Стилистов развелось со своими экспертными мнениями. Уже больно. И три точки. Научит он нас еще всех, как надо, ага, одеваться. Шанель ты наша. Ну вот я как раз случайно попала на его вот эти вот, на эту обувь. Натурально называется говнодавы. Ну, иначе не, иначе ну никак не скажешь. А я хорошо помню, как этот Рогов, когда только-только появился, он должен был быть на какой-то передаче, на каком-то фестивале, я не знаю, какой-то фестиваль был, и он должен был быть ведущим. И первое, что он у него такой малиновый был костюм, и во всю грудь цветок искусственный. Я сказала, выброси это нафиг. Он хочет сказать, что он стилист, и он очень умный, и как должны придерживаться его вкуса. А сам-то Лера Кудрявцева нормально одевается. Он хочет сказать, что она плохо одевается. Нет, она со вкусом одевается. Да, у нее есть какие-то, допустим, платья, которые, возможно, какие-то элементы на этом платье не так подходят к самому платью. Но это же не вина Леры Кудрявцевой, это вина тех, кто создал эту модель. Так что пусть он, этот Рогов, посмотрит прежде на себя, ты ж понимаешь, и говорит, о, попасть в мои обзоры – большая честь. Что вы говорите? Ну, сама прям, как говорится, диктующая модель. Это второй Александр, как его, забыла, как его фамилия, Александр или... Ну, короче, который одевал на себя диванные эти, как его, модели на себя одевал. Этот такой же, слишком высокого о себе мнения, стилист. Ну да ладно, Рогова надо немножко осадить на землю, слишком высоко о себе думает, а сам ничего из себя, как говорится, не представляет. Да, некоторые одеваются, чтобы над ними угорали. Да, у некоторых нет вкуса. И что теперь? Он говорит, что Митя Фомин, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Анастасия Волочкова и в том числе и Лера Кудрявцева, значит, одеваются безвкусно. А ты прям с таким вкусом одеваешься, ну что ты, прям сама, как сказала Лера Кудрявцева, Шанель со своими говнодавами. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии и будете в курсе событий, что происходит в нашей стране и за рубежом. А кто хочет помочь развитию канала, под роликом есть расчетный счет.